Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем, помолимся. Барух ата Адонай Элогейну Мелех Аолам, Ашер Бахар Бану Миколя Амин Венетан Лану Эт Торато, Барух ата Адонай Нутен Гатара. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя неделя, недельная глава называется «Вейшлах». Называется она так, потому что первые слова этой недельной главы «И послал Иаков». «Послал Вейшлах» на иврите. Значит, содержание этой главы примерно следующее. Значит, Иаков готовится к встрече с Исавом, встреча Исава с Иаковом, борьба Иакова с ангелом. Иаков поселяется возле Шхема, история с Диной и разрушение Шхема, возвращение в Бейтель, благословение и изменение имени на Исраэль, рождение Беньямина и смерть Рахели, Рувен и Била, 12 сыновей Иакова, смерть Ицхака, родословная потомков Исава, родословная Сеира и цари Эдома. Это краткое содержание, более подробно нужно читать. Значит, в этой недельной главе опять же говорится о взаимоотношениях, о завете. Значит, и ключевой момент, на который я обратил внимание, читая эту недельную главу, это все-таки примирение братьев. Но я считаю, что это центральный такой вот эпизод этой главы, на который следовало бы обратить особое внимание. Почему? Ну, потому что, вот напомню вам слова Иешуа, если идешь ты к жертвеннику с даром и вспоминаешь по дороге, что брат имеет что-то против тебя, оставь свой дар и прежде пойди примирись с братом. Значит, и после того, как примиришься, пойди и принеси дар Господу. Из этого поучения мы можем сделать следующий вывод, что пока у нас есть какая-то вражда с кем-то из братьев, любые дары, какими бы они ценными ни были, они Богу угодны не будут. По одной простой причине, что Бог есть любовь, и Он ожидает, что мы будем проявлять любовь к ближнему, любовь к братьям своим, так же, как Он возлюбил нас. Значит, как же это иллюстрирует нынешняя недельная глава? Вы помните, что Иаков в свое время обманным путем завладел благословением, которое причиталось первородному. Насколько это было законно, справедливо, мы говорить не будем, об этом уже много раз говорилось. Значит, сам факт, что был гнев брата его старшего на него, значит, в результате чего он убежал в Месопотамию, там он провел достаточно долгое время, пока Господь ему не сказал, что, послушай, пора вернуться. Интересно, что во время бегства, помните, произошла первая встреча Иакова с самим Господом. Это, правда, произошло во сне, но это была реальная встреча. И это место было названо Иаковом Бейтель. Причем интересно, что тогда оно называется Луз, и сказано, что оно было переименовано в Бейтель, потому что это Дом Божий. Значит, в этой недельной главе также несколько раз говорится, во-первых, сам Господь говорит, что, чтобы ты вернулся, ну, я к Якову обращаюсь, говорит, вернись в Бейтель. Значит, но при всем при этом, опять же говорится, что он назвал это место Бейтелем. Значит, но очень важный момент, смотрите, происходит встреча с Богом, значит, где утверждается завет, заключенный с отцами, значит, утверждается теперь этот завет с Иаковом. Значит, далее о завете, в принципе, не так уж и много мы слышим во всей этой истории, пока Иаков находился в Месопотамии. Значит, когда же он возвращается, опять поднимается тема завета. То есть, пока он вне земли ханаанской, вне той земли, которую Бог обещал,
о завете речи немного. Но при всем при этом мы знаем, что у Иакова таки есть призвание быть продолжателем семени, наследником семени, наследником завета. Значит, и, естественно, Бог, начавший с ним работу, не оставляет ее. И он рано или поздно должен был призвать Иакова обратно вернуться к своему призванию, которое находится именно в этой земле и связано с этой землей. Значит, но по пути к восстановлению своего призвания есть одна небольшая проблема. Есть Исав, с которым так и не восстановлены отношения. И мы знаем, что когда Бог сказал Иакову вернуться, Иаков встал, собрался и пошел. Но в какой-то момент, ну, он понял, что, ну, одно дело просто как-то так вот услышать Бога и пойти делать, другое дело, когда ты начинаешь задумываться о тех препятствиях, которые стоят на этом пути. Реальные препятствия. Значит, и эти препятствия реально необходимо преодолеть. То есть есть вопросы, которые просто необходимо решить. Без решения этих вопросов возвращение, причем поймите, что ну, ситуация такая, что он не мог избежать встречи. Ну, то есть вот вернуться к своему призванию мимо своего брата. Рано или поздно брат бы пришел бы к нему, ну, хотя бы просто спросить, как у тебя дела. Ну, понимаете, ну вот представьте себе, даже если у Исава не было злых намерений, гнев его утих, успокоился, и он просто захотел бы навестить своего брата Иакова. Какие мысли были бы у Иакова? Ну, поскольку Исав человек такого характера, ну, скажем так, ну, у него очень большой акцент на внешнем, на том, как он выглядит. Значит, и вот те 400 человек, которые были с ним, ну, знаете, вот люди, которые считают себя особо знатными, они любят себя окружать свитой. Значит, и вот представьте себе, Исав решил со своей свитой, чтобы показать Иакову, что Бог и его не обошел благословениями, просто заявиться к своему брату Иакову, чтобы узнать, как у него жизнь, как у него здоровье. Как вы думаете, реакция Иакова в этот момент? Ну вот идет брат со свитой. Ну, свита вооруженная, естественно. Значит, ну, понятно, что рано или поздно этой встречи должно было состояться. Но слава Богу, что она состоялась сразу. И слава Богу, что Иаков открыл свое сердце пред Господом. Он предпринял по-человечески свои какие-то действия. Он разделил свой стан на два стана, на всякий случай. Но при всем при этом он обратился к Господу, он открыл свое сердце с такой простой фразой: «Боюсь я брата своего Исава». И он тут же вспоминает те обещания, которые Бог ему давал, что Бог будет его хранить, Бог будет его благословлять. Он взывает к Богу, он вспоминает все те обетования, все те слова, которые Бог говорил в его жизнь на всем пути. Значит, он обращается к нему. Мы знаем, что ночью произошла там какая-то встреча, схватка. Об этом тоже говорить особо не будем. Много по этому поводу сказано. Значит, один лишь небольшой момент. В конце этой встречи Иакову было обещано, что он будет иметь новое имя, что его имя Иаков, оно уже в прошлом. Причем, смотрите, очень интересный момент. Встреча, связанная с именем и с благословением, очень напоминает историю, когда Иаков получил благословение своего брата Исава. Ему тоже задали вопрос: «Как твое имя?» Ну, там вообще-то было сказано: «Кто ты, сын мой?» Значит, и тот представился чужим именем, и он получил чужое благословение. Значит, здесь же, смотрите, у Иакова прошло много лет, я думаю, что он размышлял обо всех этих событиях, и тут такая ситуация, которая опять же связана с благословением. Мы видим, что Иаков хочет таки получить благословение. Вопрос: разве он не получил благословение Исава и свое собственное благословение, которым благословил его отец, уже знаешь, это его сын Иаков. Вроде бы как не лишен благословений, да, очень богатый, обеспечены, все нормально, но он ищет какого-то особого благословения. Значит, и вот в поиске этого благословения ему опять задается вопрос: а как твое имя? То есть, другими словами, кто же ты на самом деле? И он называется своим именем: я Иаков. То есть, понимаете, тут уже видно, что он не ищет каких-то обходных путей. Потому что, смотрите,
Его имя Иаков, которое можно перевести как «обходящий преграды», значит, изменили на имя Израиль, которое означает буквально «прямо ходить». Когда-то долгое время я все никак не мог понять слова Ишуа. Вот помните, когда он посылал учеников на проповедь Евангелия, он сказал им: «Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи». Я никак долгое время не мог понять, в чем же мудрость вот этих вот слов. Это было от меня сокрыто. Но когда я изучал жизнь Иакова, и вот значение этих двух имен, Иаков и Израиль, значит, я понял, что же имел в виду Ишуа. Когда он отправляет учеников, он дает им определенное напутствие. То есть, другими словами, каким путем достигать целей, которые он ставит перед ними. И смотрите, если мы обратим внимание, каким образом змей и голубь достигают своих целей, значит, в чем простота голубя? В том, что он не ищет обходных вариантов. Вот почтового голубя бросили, во-первых, это птица небесная, то есть можно сказать, что это духовные сферы, значит, и в духовных сферах путь прямой, открытый, бескомпромиссный, без какого бы то ни было страха. Голубь взлетает вверх, он видит цель, он летит напрямую. Змей. В чем же мудрость змея? Змей – это животное земное. И смотрите, здесь не о хитрости змея говорится, а о мудрости. Значит, и змей, он по своей природе, это вообще существа не агрессивные, они никогда просто так не нападают вот на человека. Только в случае, если необходимо защитить себя или свое потомство. И змей, будучи не агрессивным по своей природе, значит, он препятствие по земле ползая огибает или переползает. То есть он, скажем, не ища себе проблем, пытается найти все-таки какой-то более простой, оптимальный путь. Значит, и это говорит о том, что в земных вопросах, вот в вопросах взаимоотношений с братьями и сестрами, вот как написано, ищите мира со всеми, если это возможно. То есть мир со всеми, он не должен противоречить простоте взаимоотношений с Господом. Понимаете, вот соединение этих двух путей, открытость, бескомпромиссность в отношениях с Богом, она должна сочетаться с мудростью во взаимоотношениях с братьями и сестрами, и не лезть на рожон, не искать конфликтов, значит, но вот это вот миролюбие, оно не должно противоречить нашим честным взаимоотношениям с Господом, понимаете? И эта честность должна присутствовать также в наших взаимоотношениях. Значит, это вот как мне открылось, что означает вот мудрость змея и простота голубя. Значит, и вот Иаков, он получает обещание в Пенуэле, что его имя будет изменено. Но обратите внимание, что полностью, окончательно и бесповоротно его имя изменяется уже после того, как он встретился с братом. То есть, опять же, смотрите, прежде чем прийти к Господу, необходимо примириться с братом. И смотрите, что интересно происходит. Помните, когда-то я говорил, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. То есть, в жизни Авраама настал момент, когда Бог вменил ему в праведность то, что Авраам поверил ему. А скажите, взаимоотношения у Бога с Авраамом были до этого?